Всем доброго времени суток. Сегодня в офисе город Волгоград победители регионального этапа в Волгограде игры МДКшенко, компания МДРегион, семья Романов, Дмитрий, Анастасия и Елена. Дмитрий, расскажите, как вы узнали об игре МДКшенко от компании МДРегион? Всем добрый день. Об игре я узнал вот совершенно чисто случайно. Просто пришла раз ссылка ВКонтакте. Вот. Я посмотрел и решил попробовать. Подошел к своим женщинам. Вот. Говорю, так и так, поможете мне. Они почитали, посмотрели, тут же согласились. Вот. И мы все вместе поехали искать жетон. Что думают ваши женщины по поводу данной игры? Сначала папа хотел каким-то волшебным способом найти место. Точнее, он хотел, чтобы мы ему просто карты наложили и показали, где примерно находится. И он не ожидал совсем, что мы тоже загоримся и захотим поехать вместе с ним поучаствовать. Нам это очень захотелось, понравилось, мы поехали вместе всей семьей. Угу. Еще хотим сказать большое спасибо МДРегион за то, что они проводят такую масштабную по всей стране игру. Действительно, организовали, было очень интересно. Поиграли как в квест просто. Очень интересно, что именно пришлось включать голову. Да, я хочу еще своим женщинам сказать спасибо за изощренный женский ум. Вот. Как они мне помогли все это дело сделать. Сперва мы, конечно же, нашли вот эту точку центральную. Мы думали, что мы тут сейчас по легкой приедем, самой первой с лопатой, все копнем и уедем. Приехали, глянул на поле, следов нету. И поняли, что тут не все так просто. Вот. В первый день мы, конечно, и вдоль одной посадки прошли, на следующий день вдоль другой. А потом все-таки так включили голову. Играйте, выигрывайте.